черном ящике. Ура! Крокодил! Потише, чувак! Потише, музыка, он пугливый. Он слышит просто! Я понимаю. Ну что, ребята, крокодилу пасть развязываем, металл отпускаем? Да! Да! Заметьте, они согласны! Но вы понимаете, что крокодил может нас съесть? Одна только килограммовая. Да! Ладно, мы же с вами просили. Да, вообще сегодня пятница, сегодня многие бесстрашные вообще. Ребята, тут не курим. А еще можно как бы сказать нет? А все, я же развязан. Ну ладно. Ребята, можно пока не фотографировать со вспышкой, хорошо? Сидим. Спасибо! Вспышечки пока не надо, да? Хочется побудить еще. Ну ладно. Не, подождите! Просили же зал отпустить, пасть развязать. Ну что, кто девочку приютит? Ловите! Близко фотоаппараты не подносим. А сколько девчонки уже? Девчонки 15 лет. А весит эта красавица 70. Сидеть. Сидеть. Ну что, кто у нас отличился во время представления предыдущего? Вообще не знаю. Ну, можно в хорошем? Пойдемте, пойдемте со мной. А ведь недавно свадьба была, крокодила у этого? Нет, у другой. А, у другой. Постарше. Ручку на палочку могу положить. Кто нас будет фотографировать, ручки поднимем. Смотрим туда и кричим: сосиска! Все, теперь тихонечко встаем и быстро уходим. Так, ну, дружище, ты не просто так настоящий микрофон устанавливаешь, да? Покажи правую руку. Конца не было, да? То есть, в принципе, то есть ты ответственность за кого не несешь, да? Вообще нет. То есть, детей нет, жены нет, все нормально.
может и есть, но я не знаю о ней. А, ты мне об этом помолчи. Я ее заберу у тебя. Можно поддержать, да? Ну, а теперь у нас же все ведущие смелые, да? Поэтому мы тихонечко подходим. Ноги разводим. И садимся верхом на Беллу. Не, ну мы же только что все слышали, что детей нет, жены нет. Я тебе рекламу делаю, ты что? Что делать-то? Садись верхом. Верхом. Прямо верхом. Да как? Легко. Давай, ногу сюда. Вот, сгибай. Вот. А теперь не дыши.